Поездка в лес на внедорожнике – одна из наиболее популярных экскурсионных услуг летом. Полицейские напомнили, что водители таких автомобилей несут ответственность за безопасность пассажиров. Обеспечить ее возможно, если за рулем находится подготовленный человек, автомобиль технически полностью исправен. Также инспекторы рассказали о необходимости соблюдать требования законодательства. В частности, человек, занимающийся такими перевозками, должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Автомобили зарегистрированы в органах ГАИ. Иметь техосмотр и страховой полис. Все изменения в конструкции кузова необходимо вносить в паспорт технического средства по согласованию с ГИБДД. Для осуществления данной деятельности необходимы все разрешительные документы. Автомобиль должен соответствовать всем требованиям безопасности дорожного движения. В данном направлении эта работа госавтоинспекции взяла на особый контроль. К нарушителям будут приниматься самые жесткие меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством. Сейчас в рамках операции «Курорт-2015» полицейскими уже проводятся рейды для проверки соблюдения всех этих требований. Только за один день в Лазаревском районе инспекторами ДПС было выявлено 14 автомобилей с нарушениями технических требований. Водители привлечены к административной ответственности. Кроме того, им были выданы предписания устранить нарушения, а 8 из них обязали оформить изменения конструкции кузова в ГАИ.